Тюркан, попавшую в ловушку, мини ждут очень сложные времена. Особенно Рючхан приветствует это событие с большим гневом. Несрин также потрясена этой ситуацией с Тюркан. Они перенесут с Тюркан большое напряжение. И Самер встретит с гневом появление Тюркан в таких новостях. Он столкнется с Феритом. Для Садыка и Несрин это большое испытание. Сколько бы они ни думали, что Тюркан такого не сделает. Молчание и неотрицание Тюркан вызывает между ними большую напряженность. Ко всему этому тот факт, что Донюш выиграла на конкурсе рассказов, немного расслабил семью Календер. Чтобы выбраться из ситуации, в которую она попала, Тюркан принимает решение. Самер сталкивается с пережитыми приливами внутри себя и будет вынужден сделать выбор. Тюркан, выбрав попрощаться с жизнью, столкнется с тем, что Самер, несмотря ни на что, готов поверить ей и крепко держать ее за руку. Но сможет ли Самер спасти свою любимую от гибели? Увидим в 14-й серии сериала «Три сестры», которая выйдет 31 мая в 20 часов ровно на телеканале Ди. На этом у нас все. Подписывайтесь на канал и до скорых встреч!